Всем привет, ребята, на канале Рокки Усиаски. Вот. Рокки, он завалял. Мы делаем ему укол. Вот он лежит. Вот. Если еще буду гулять. Скажи привет. Давай. Вот. Но он уже более энергичный. Что? Ему, кстати, 2 февраля 1 год исполнился. Потом мы ему завтра пойдем за ошейником. Мы купили, короче, ему уколы и от глистов таблетки. Вот он. Вот это вот. Лекси ее зовут. А, шучу я. Короче. Она забирает вот эту миску уроки. Так. Вот когда она уходит, видите, он выходит, чтобы со мной поиграться. Вот, она еще с ним играет, вот так вот сейчас. Он наша там другая собака. Ну чёрт, собака. Видите, как рычит. Сейчас мы ее привяжем и будем выгуливать Рокки. Пойдем. Так, вот я ее за ошейник. Пойдем, пойдем. Придется взять ее на ноги. Кажется, она тяжелая. Ах, ё-моё. Стой. Вот. Все, идем. О, как раз не сопротивляйся. Давай, побежи. Чарли. Давай, 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 давай. Так, быстрее пойдем. Пойдем. Оп, взяли, потащили. Не хочет, не хочет прямо. Так, вот, где его? Чарли, Чарли! Идем. Ладно, сейчас так завяжу. Иди сюда. Почесала, так сказать, обувь. Сейчас она видео на стол поставлю, привяжу ее. Все, привязал. Фух. Весь телефон теперь с него человек. Это вот ревнивая девочка. А теперь к Рокки побежит. Так. Чё там, брат? Гулять чисто, с тобой будем. Мяс. Освободим его. Покушай, покушай. Одной рукой вообще ничего неудобно делать. Вообще неудобно. И вот он на таком вот. Типа, механизме. Так. Так, вам, наверное, меня плохо слышно, да, сейчас? Я его привязал. Ой, отвязал. Идем всем гулять. Так. Нюхает что-то. Нюхивает. Что ты вынюхиваешь? Давай. Пойдем.
пойдем. Сейчас мы с ним будем бегать. Ай, вот это вот уже брать нельзя. Смотрите, вон машина едет. Ладно, идемте. Блять. Ой-ой. Сейчас мы его потренируем, будем с ним бегать. Смотрите, наконец-то новое видео, да? Так долго не было видео. О, поэнергичнее, поэнергичнее. Молодец! Молодец! Так, давайте. Так. Нельзя! Нельзя! Пойдем. Вот. Это Чарли. Зих-зих. Нельзя. Эй, нельзя, Чарли. Ой. Нет, 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 нет. Планку хотел вам взять. Нет, ладно, кость возьми. Это наша кость. Да, а вот банку, я не знаю. Ну что за такие? Ну я вчера тут не была. Стой, 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 стой. Подожди, подожди, дай развяжу. Стой, 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 стоять, руки стоять. Ё-моё, чуть не развязался, потому что один раз он. Я его отпустил просто погулять. И он сбежал, прикиньте. Его только через 2 дня, блин, он прибежал. Вот. Так что лучше не отпускать своих собак. Еще я его вот так вот отцепил. Помните, у него был синий вот ошейник? Его украли. Он не мог никак порваться, он столько не рвался. Сейчас он порвался. Сейчас мы с ним тут побегаем. Разомнемся. Я вот летом куплю ему шлейку с поводком нормальным, а то в цепи гуля. Вот. И будем в ездовом спорте, короче, участвовать. Тихо, нет, там собаки. Вон собаки там гуляют. Лучше домой, чтобы без конфликтов было, да? Вот. Пойдем. Так, мы в прошлый раз. Ай. Давай, выходи, выходи, давай, давай. Сейчас побежим с ним. Давай, пошел. Давай, давай, давай. Ну-ка, сейчас без кадра вот побегаем с ним. Потом я что включу камеру, если интересный момент будет. Все, погуляла с ним. Часик. Вот. Фух, побегали мы с ним. На то поле, помните, когда он был маленький, вот первое видео, второе тоже. Мы вон туда вот ходили. Вот. Мы там были, там бегали. То есть помните его будку летом? Вот тут вот она стояла. Какие там рундур на его будку делали. Ну, не рундур, ну как крышечка. Вот у него новая будка появилась. Кушай, кушай. Так, сейчас мы ему скоро еду положим. Ага.
Я раньше по видео, когда был маленький, думал, что хаски прям большие. Знаете, вот тут такие вот прямо. Оказывается, они маленькие. Ну, наверное, еще. Ну, кстати, напишите в комментарии, хаски после одного года растут или нет. Просто мне как-то кажется, как будто маленький, как будто до сих пор щенок. Ладно, ребят. Всем до встречи, всем пока. Завтра, скорее всего, выйдет новое видео. Но я не обещаю. Что я постоянно обещаю видео и не получается их заснять. Помните, как я обещал 4 ролика на каникулах? Не-не-не. Вообще никакого ролика не обещал. Рокки! Рокки! Попрощайся. Ладно. Все, давайте. Ребята, всем до встречи. Всем пока.